Всем доброго времени суток, это Gadget X. Ранее в этом месяце был представлен Yumidigi S2 Lite, доступная версия флагманского Yumidigi S2. Гаджет получил большой аккумулятор емкостью 5100 мАч. Также в нем установлены дисплей с соотношением сторон 18 к 9 и 4 гигабайта оперативной памяти. Аппарат работает на Android 7.0 Nougat с последующим обновлением до Android 8.1 Oreo. Производитель продемонстрировал производительность новинки AnTuTu, сняв это на видео. Кроме того, до 29 января Yumidigi S2 Lite можно предзаказать, сэкономив при этом целых $20. Замануха у нас идет. Yumidigi S2 Lite встречает пользователя большим 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18 к 9 и тонкими рамками. На обратной стороне расположилась двойная камера с возможностью съемки портретных фото и сканер отпечатка пальцев. В дополнение к последнему, в смартфоне имеется функция разблокировки путем сканирования лица фронтальной камерой. Под решеткой разговорного динамика находится настраиваемый светодиодный индикатор, оповещающий о новых уведомлениях. На видео показано, как Yumidigi S2 Lite ведет себя в разных сценариях использования, таких как съемка фото, веб-серфинг, игры, разблокировка по лицу и работа с двумя приложениями одновременно. Также производитель протестировал аппарат в бенчмарке AnTuTu, где тот набрал 58 850 баллов. До 29 января Yumidigi S2 Lite можно предзаказать по специальной цене менее чем за $150.